RDF-700 после полного восстановительного ремонта, настройки, замены пасеков, роликов, шлифовки идлеров, колец обрезиненных, регулировки, ремонта автопоиска, который также не работал, и настройки. Слушаем. Смазка в редукторах плавного скольжения. Часто лопаются, трескаются, из-за чего у нас в радиомастерской уже изо всех доноров они были вынуты, но здесь пока этой проблемы, на счастье, не было. Одной из немногих присущих, тех, которых не было, а все остальные были возрастные. Замена также электролитических емкостей усилителя оживила звучание аппарата. Также переключателей, регуляторов. Вот этого особенно несколько раз потребовалось с разборкой восстанавливать.
2003 года. Радио ловит хорошо, по стерео. Хороший аппарат в целом получился. Неплохим звучанием для 700-го.